Привет, друзья, с вами Вальдемар. Сегодня я расскажу вам супер быстрый способ, как сжечь жир, исходя из собственного опыта. Прошло 3 месяца, и на данный момент мой вес составляет 102 килограмма. За 3 месяца мне удалось сжечь 20 килограмм чистого жира. Сегодня я расскажу вам, как сделать это быстро. Друзья, для этого вам понадобится в первую очередь желание добиться результата. Второе — это постановка цели к идеальному весу, к которому вы стремитесь. И третье — движение и движение вперед. Ну а теперь конкретно, что вам для этого нужно сделать. В первую очередь это нужно ограничить калории, которые вы в себя употребляете. А именно убрать все калинраты, убрать весь сахар, убрать алкоголь. И в вашем питании останется только белки, витамины и питьевая вода. Ваш рацион питания составит белки, это мясо и рыба, также орехи. Второе — это жиры. Они помогут вам не испытывать голода на протяжении всего дня. И третье — это витамины, овощи. Ну, с питанием мы определились, а теперь с количеством приемов пищи. В идеале количество приемов пищи у вас должно составлять один раз в день. То есть это 23 часа голода и один раз прием пищи. Но для всех начинающих я рекомендую 3 раза приема пищи в день. Всю доскональную информацию вы можете получить на канале доктора Берга. Схемы интервального голодания. Там все конкретно для вас прописано, что и как нужно делать. Подведем итоги. Вы принимаете один раз пищу в день, убираете все сахара, убираете алкоголь, убираете все углеводы. Ваш жир начинает гореть моментально. Для усиления эффекта я рекомендую вам добавить еще кардио тренировки. Это 3 раза в неделю по 1 часу. Пускай это будет бег или быстрая ходьба. Если вы не можете бегать и у вас слишком большой вес, то заменяйте, добавляйте ваш бег в быструю ходьбу. То есть вы бежите сколько можете, потом переходите на быстрый бег. Таким образом вы продолжаете активное действие на протяжении всего часа. Я делюсь с вами личным опытом, что я лично прошел, испытал на себе. За 3 месяца 20 килограмм чистого жира. Я думаю, это хороший результат. Я верю в вас, что у вас все получится. Самое главное, ставьте цель и идите к ней. Поставьте самую главную цель, которую вы хотите достичь. И на пути к ней ставьте интервальные цели. Моя главная цель — 90 килограмм. Но на пути достижения ее я ставлю интервальные цели. То есть мой стартовый вес 121 килограмм. Интервальная цель будет у меня 115 килограмм. Потом 110 килограмм, 105, 100 килограмм. 95 и уже потом 90. Это главная ваша цель. Так вам будет психологически намного проще подойти к своей главной цели. Я верю в вас, что у вас все получится. Дерзайте и оставайтесь с нами. Тренируйтесь сами, да пребудет с вами мужество и честь. С вами был Вальдемар.